Уф, как грустно. Дождь из мужиков, хей-хей! Привет! В концертный зал Политеха врывается Студ Осень Эйд, а вместе с ней мы отправляемся вперед в прошлое. Не веришь? Тогда пошли со мной. Концерт фейтовский происходит, вот он. Вот он происходит. Я бы подошла к вам. Ну, думаю, ты была бы замечательной лаборанткой. Сложно быть режиссером, администратором, сценаристом и капитаном одновременно, еще когда тебя двери убивают. Паспорт! Сколько вообще у тебя пропусков в этом году? Ну, пару пропусков точно есть. А есть какая-то изюминка в вашем концерте сегодняшнем? Конечно, есть. Мы влили всю душу, что можно только было как раз вот и влить. Чем ты вообще занимаешься по жизни? Кайфую. Кем ты будешь? Я певец. А можешь спеть? Fill all my knees, I pretend I scrape them, climbing in the trees. А я думала, ты местный хакер и взламываешь Пентагон. Ну, не знаю, Пентагон доел взломать. Как у тебя настроение? Огонь! Как думаешь, куда пойдут стэмовцы после сегодняшнего выступления? Отдыхать и веселиться они пойдут, я думаю. Сегодня погрузимся в одну из самых захватывающих. Мы посмотрим на великую женщину, на великого мужчину, еще много великих мужчин. Кто ты? Актер, декоратор, танцор? Армянин. Как тебя приняли? Было какое-то посвящение? Я таскал стулья. И как тебе понравилось? Всем понравилось. Сколько стульев ты перетаскал? Один. Like a ring in the bell, go, go. Woo-hoo! Go, Johnny, go, go. Тут дырка. Критическое ранение пулей в носок. Я старался, я не плакал. Оставляйте свои комментарии, лайки, в ТикТоке делайте. Ты приходишь на стэм, уставший с пар, но вся эта обстановка тебя так вдохновляет, так мотивирует, что домой уходить просто не хочется. Вот и подошло к концу наше путешествие. А теперь пришла пора возвращаться назад в будущее, смотреть выступления других факультетов. Поехали!